В дежурную часть города Артема поступило сообщение местной жительницы о том, что у ее 8-летнего сына неизвестный похитил мобильный телефон стоимостью 15 тысяч рублей. Установлено, что ранее гражданина неоднократно привлекали к уголовной ответственности за совершение преступлений имущественного характера. Дознавателем отдела МВД России по городу Артему возбуждены 2 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это грабеж. Полицейскими установлена причастность задержанного к аналогичному преступлению, совершенному несколько дней назад. Один похищенный им мобильный телефон изъят и возвращен законному владельцу. Второй злоумышленник успел продать, а деньги потратить по своему усмотрению. Заявительница рассказала, что в дневное время к ее несовершеннолетнему ребенку сзади подбежал неизвестный. Он выхватил из рук школьника мобильный телефон и скрылся. Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. 27-летнего жителя Артема доставили в территориальный отдел полиции, где он дал признательные показания. Фигурант уголовных дел заключен под стражу. Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.